Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сменить рингтон на вашем смартфоне Asus ROG Phone 3. Для начала мы заходим в настройки, затем переходим во вкладку «Звуки и вибрация» и листаем чуть ниже. Заходим во вкладку «Рингтон», выбираем сим-карту и далее можем выбрать какой-либо рингтон. Выбрали рингтон, переходим обратно и видим, что он автоматически был применен. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!